туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Сорвался? Ну ничего. Давай наверх. Двинули. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. А вот и они. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите?
Какого черта? Всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе так родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх, пока не пришел он. Хантер, друг моего отчима, он изменил все, и в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Че ты хочешь, Саша? Черными? Да, Коля. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Привет, Артём. Прошлой ночью они снова напряли наш дозор. Мам, господи, а долго нам еще ждать? Пойдем, Артём, пойдем. Все под контролем. Леша, боже ты мой. Что Пётр. Ты делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Да, извините, что-то не Алексей, узнал. Знаете? Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Не могу. И умирают рано или поздно. Добраться.
добраться. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черная. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед! Пошли! Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo Novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Homo Novus'ов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду.
Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Черт! Черт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц перевертаться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертаться, кушает компот! Вот стоц! Извини, Артем, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Точно не жалею. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Так же меня достало все это, чего я терплю. Ладно. Говорила мне мама держаться. Теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Говорила, что ты дебил, ну, например. Мама, ты была права. Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама... Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. И кому от кого нужно было держаться подальше, я бы поспорил. Черт, приснится же такое. Опять снилось, что я на поверхность попала. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться на них. Так что... Спи спокойно, дорогой товарищ. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные. Петя! Вруны, лицемеры, Петя, это ты! Предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да я тебя подвалю. Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Ключи, что ли, потерял? Ну иди,
Ищи их теперь, ключи свои. Знаешь же, что я с постели встать не могу. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Под ноги смотришь. Состоится собрание по вопросу создания военного союза за станции Риски. Знаешь, по договору наши станции будут также совместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов и так далее. Извините. Подари себе пистолет! Заставь себя уважать! Йорк пешком идет впереди, проверяет туннель. Опять нажрался. Давай, сдавай, скотина пьяная. Привет, Артём. Слушай, можно я тебе твою книженцу завтра? Не дочитал. Чё, Артём? Ты чё, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана! Продаем, покупаем. Давай, двигай. Господи, с алкашом ведь живу. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Тебе спасибо. Ну, тебе спасибо. И где-то посередине этого решения что-то за этот кран, как дернешь. Свиное филе. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Хороший выбор. У меня выбор, как это могло со мной случиться? Шутка. Звукающего, понятно, больше никто... Подари себе писк... Последняя работа Калашникова. Ручная. Иди за работу. Бабла у тебя не хватит. Средства от всех проблем. Не набери с собой, ну и ладно. Если смерть с косой придет за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди по своим палят. Отступать нельзя, надо раненых тащить. Я их всех потерял. Весь свой отряд. Продаем, покупаем. А мне зачем? Ну и где патроны-то? Мои. Тебе спасибо. Эй, Артём, Артём, может, бахнем? Прекрасная музыка. Как же меня достало все это! Но... Чего я терплю? А, теперь давай на резюме. Сюда грязь какая-то. Невозможно. Посмотри-ка, кто ты такой чистый. В будущем на нашей станции состоится собрание по вопросу создания военного союза. Акция! Из хорошего... Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. А старый свой агрегат? Видноват ты для такой красивой жизни. Хозяйки на заметку. Что тут? А старый свой агрегат? Ну и ладно. Ничего, сэкономишь на шлеме, потратишься на плохо. Тогда защиты хватит точно. Чувствуйте себя. Короче, однажды шлима как-то сочетался. Опять нажрался. Как? Давай, как давай, скотина пьяная. Что надо? Могу предложить. Хороший выбор. Я все потерял. Все потерял. Эй, Артём, Артём! Сколько можно синячить? Если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой. Чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Так что у нас... Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, хоккей.
Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху. Я вот никогда в Москве. О, привет! Ну чё, как? Ладно, ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы. А Петербург... Что слышно, бойцы? Какой чудо. На границе все спокойно. Можете расслабиться. Привет, Тём. Поросенка, не хочешь приручить? Теперь опускаю. Ну или там усыновить. Недорого. Спину себе сорвал. Еще один. Слышно. Да дай мне хоть отдышаться. Работа. Артём! Сюда! Давай, блин, быстрее! Ну. Создал самый популярный в мире автомат. Говорил, что... Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? А я бы, если такую штуковину изобрел. Готов? Тогда двинули. Представь, мое изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похуже, чем быть тем доктором, который придумал гильотину. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, ну да. Двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но ух теперь ты, туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. Дебилы. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, эй, друг ребята, другу глотки давайте режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены.
Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова. Артём, что это такое? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Почини, Борис! Ай, бесполезно! А, боже! А, стреляй! Стреляй! Очнитесь! Или вы создали... Помоги мне! Мы почти у блокпоста. Чуток осталось. Что тут такое произошло? О, блокпост. Thank you.
Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии не почем. За Артема! За кого нам пить-то? Чувак. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу. Нет, и за Артёма. Ждём вас снова. За тебя. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах на риск. Короче, мы вроде как